Слушай. Игнатий Тихонович, еще хотел задать вопрос. Я первый раз встретил человека, который не признает болезни в себе никакие. То есть не болеет, никогда не болеет. И даже если болеет, я вижу, вы иногда там, ну, шмыгнете что-то там, платком там что-то, даже покашляете. Но вы говорите, я не болею. И так же работаете, так же все делаете, как будто действительно не болеете. Ну вот как относиться к болезни? Почему? Как вы выработали вот это отношение к болезни? На чем оно основано? Ведь люди все, если заболевают, сразу лечь надо. Лежать, там, водичку пить побольше, ну, меньше есть, там, какие-то лекарства принимать. Вы ничего никогда это не принимали? Никогда. Не ложитесь, ничего не ложитесь. И вы уже прожили 80 с лишним лет и, там, 82 года. И, как бы, ваша теория, получается, как вы относитесь к болезни, она, получается, верная, потому что вы так прожили жизнь. А те, кто говорят, что надо, там, лекарства, надо полечь, они все раньше умирают, и, там, я не знаю, больные все. А вы здоровы, работаете. Вот я приезжал к вам, и вы работаете, ну, примерно как, может, 25-летний. Обычно, ну, то есть, примерно так. То есть, я не мог угнаться за вами. Темп работы. То есть, у вас, получается, выносливость, там, мышечные, дыхалка, все на таком уровне находится, на котором, ну, как у молодого человека, и даже больше, и лучше. Потому что вы еще натренировались за всю жизнь. Все натренированное. Вот, мне интересно, как вы это выработали? Почему вы решили, что не ложиться не надо, надо работать дальше? Откуда это взяли вы? Я вот так вот баню топил, мускул, а там один мне показывает, ой-ой-ой, говорит, у него мускул, у меня таких нет, а я никогда этого не знал даже. Почему? Я родился в деревне, и в деревне живу большую часть. В квартире с кем-то рядом я одну ночь у сестры ночевал. Мне это не подходит. И почему? Градусника у меня никогда в доме не было. Ну, температура в комнате, да. А чтобы для себя мерить подмышку, я не знаю. Во-первых, организм дал такой Господь. Да, я в больнице бывал. Ну, привозили меня туда, я попал в какую-то аварию, но это не болезнь. Допустим, у меня 3 грыжи от тяжести. Несем рельсу, там, огромные бревна. И кто-то присядет как-то, а я не... На меня уже 2 тяжести. И между позвонками раздавило эти прокладки, а там нервы. Ну, одну у меня вырезали очень удачно. Уже на 3-й день после операции я запросился у Виктора Андреевича в спортивный зал. А до меня, которые операцию уже сделали, они только на четвереньках стоять можно. На четвереньках, все еще на карачках стоят. Но когда мне сделали операцию, то садиться нельзя, только лежать. Или стоя, поэтому лежать нельзя. Это я в себе выработал. Днем никогда не ложиться, никогда. У меня жена за 55 лет не видела, чтобы я лежал хотя бы минуту одну. Как? Ну вот я стул сделал себе, обыкновенный стул. Вы его видели, как я его... Вот простой, обыкновенный такой стул. Тут как-то компартию гнали, разломали там все. И вот этот стул такой покажу. Видишь, какой? Я на него эти налепил, вот эти деревяшки. И сделал ему стенку. И иногда прям здесь же, ну, бывает такое, встаю рано, там, 2:30 ночи, а в 4:40 все встают, а в 5 молитва начинается. А я днем иногда вот так вот, ну, больше 15 минут, думаю, не бывает никогда. Я прошу Господа, я слышу, как ангел меня будет. А там в Барнауле, там я подложу какой-то, что-то у меня такое есть, сумочка какая-то, сумка просто. Я так накидываю ее, лямочки туда, это на глаза. Глаза откинул. И про себя только, Господи, 15-20 минут дай мне. И слышу, возле головы кто-то меня потихоньку будет, а бывает меня заденет. Я соскакиваю сразу. Ну, соскакиваю, значит, это что означает? А значит, у меня рядом оружие. Оружие в руках. Вы знаете как. Илья Мазур просит, чтобы я ему завещал. Отдал в нашей группе. Ну вот и все. Но дальше от меня это не зависит. Когда я попадал в больницу, операцию делали, там, повреждения, я упал, что-то переломил. Это не болезнь. То врачи меряют температуру, температура на одном уровне стоит. Как так, они спрашивают. Там, от меня не зависит, когда и как. Когда операцию делают, а я прошу без обезболивающих. Я хочу пострадать, как Христос, говорю. Но они, врачи, не соглашаются, потому что независимо от вашего желания, мышца начнет сокращаться, я разрежу там другой
Нельзя никак. А сейчас как наркоз-то дают, они такой шланг, как из стиральной машины. Ну, мешает борода. Я говорю, ну тогда отпускайте, я уползу домой. Я не мог встать на ноги. Они в рот сунули. А ладно, обойдется. И я уже на той стороне. Вот попутно сказать. И спрашивает, а вы что-то видели когда? Видел. Когда они в рот меня затолкали, это дальше делает операцию на позвоночнике. Это очень серьезная операция. Я вижу лагерь, и в лагере солнечный день, и где вот играет в теннис, большой зал, и там сидят дети, и какие-то светлые-светлые юноши что-то дают детям, они едят. Я больше ничего не видел. Я стою, я не вмешался никак, но я понимаю, что это такое. У меня хотя в лагере нет, но как вот 6 условий быть лидером. Первое такое, я всегда говорю, это воображение, дальше знание, умение, решительность, беспощадность и привлекательность. Я останавливаюсь на последнем. Это Господь делает так. Я ничего не знаю. Проснулся, когда гляжу, врач, он теперь профессор, Долженко, кажется, Дмитрий, по-моему, так, Андреевич. И вот он... А я говорю, а я, нельзя было снять меня? А что же вы не сказали это? А он в Потеряевку приезжал. Засняли, как разрезали там. И они мне щипят пальцы на ногах. Они как у вас чувствуют? Я говорю, да. Они боялись, что нерв перерезанный. Это там скопление. У меня при том необычный позвоночник. Разделяется везде на 2 отверстия. А у меня в одном все скоплено. И они мне это все сказали. И главное, давление 80-120 никак не меняется. Это от меня уже не зависит. А Господь, зная мой путь, так мне дал. Я никогда, нигде не стонал. И, ну, надо было провериться. Допустим, я не могу и не могу. В коленях у меня в армии еще была там большая простуда. И что делать? Я консультацию взять. Можно ли мне ходить? Я насилую. Там что-то треск какой-то идет. Не худо ли я делаю? Или пока нагрузку снять? Меня вот этот вопрос всегда интересует. Вот сейчас палец стоишь какой загнутый остался, повреждение-то, я его не могу разогнуть. Ну, мне кажется, что, видимо, перервана там связка. Ну, там посмотрим. Вот такое дело. Один раз было такое, мы работали здесь в пруду, и там было много деревьев, большие, опилить только двуручной пилою. И я взял самого крепкого парня, и мы буквально всех упарили, сколько спилили. Спилили зимой, то другое-то. И у меня почувствовал, я не пойму, то ли где-то или что-то не дает сердце как бы где-то. Ну и меня на проверку взяли. Врач-то свой там. И поэтому, ну и все, ничего нигде нету. Другое было повреждение по аппендициту, воспаление. Это тоже не болезнь. Все это заросло. А я ходил, когда уже перестройка-то началась, ходил по разным большим организациям, они собирали людей, военные там, а идти надо через лес, и я нагрузил рюкзак, и иду, и жарко, я разделся, и лямки-то давят, а я пальто как в руке несу. И у меня воспаление в этих, какие-то там это есть, воспаление такое было, я 2 или 3 дня не мог не спать, только вот так вот сидел на кровати и качался. Я не есть не мог, ничего нету. Ну и врача-то, когда в больницу там меня привезли, они какой-то шприц, наверное, вот похожий на этот вот. Тут мне один подарил его, ваш подарок. Вот такой здоровый шприц, он вот воткнул, и я уснул тогда. Но это тоже не болезнь, это повреждение, лямки натерло и холодом охватило. Вот так. Там, наверное, лямки-то грязные, они до крови... Пробили и, наверное, до крови. Может быть, не знаю, что. Но дело в том, что в больнице я, кажется, не лежал. А меня взяла одна очень знакомая. Она лечит там какие-то иглоукалывания, то другое. Все знает. Она близкая нам. Ее мать, ну, член нашей общины была. А она такая известная. И в Москве ее вызывают. Она там работала. И она меня на дом к себе пригласила. И стала меня там молоко... такое, и разное там эти, нащупать, где уколоть, и все. А температура та же самая. Трудная более была операция от тяжести, внутренний кишечник пошел туда. И тоже обошлось. И
работали в РЗ, а то большие корпуса, а посредине корпусов, где станки ходят, там эти экскаваторы, краны ходят, и, а вверху там вот так вот идет, застекленное, и свет падает на середину этого корпуса. Ну и температура на улице 42-43 градуса мороза. А там поставили маленькую такую, забежать туда, и там козел. Козел это проволока намотанная, и горит. И туда, и у меня поражение обоих рук нервной системы было. Обе руки были. Мне вторую группу даже дали. Руки на перевязи были. Тут меня они лечили как? Теплом. Парафиновые делали такие наплавленные, а потом им обматывали. И все. А потом все наладилось. А после позвоночника я не мог наклоняться никак. А так как меня там еще руки повредили в КГБ, я не мог перекреститься. Я всегда руку вот так все равно доносил. А людям скажу, не смотрите на меня. Она рука не поднимается, она выверчена. И, наконец, рука пошла сама. Кланяться не мог. Я так и всех предупреждал. Я все давил и давил, хрупнуло что-то, чего не знаю. И сейчас я кланяюсь, не знаю, там видно будет или нет. Покажу как. Вот я поклон делаю, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, чтобы рука достала пол. На сей день я сделаю 1000 поклонов, и такие, и земные. Ясно дело, что организм работает. Вот. Я учился болеть, это Сергей Козлов, Сергей Георгиевич, он очень хорошо это понимал. Но у меня ничего не было тут такого разрезано, кишки на месте, все отходит в свое место, естественно. И я сейчас заговорил о смерти у этой, у Серафимы, ей гроб сделали, по ее просьбе он стоит. Я себе хочу та же вот здесь вот на кровати, вот напротив, вот здесь вот, который пальцем показываю, будет стоять, я маленько прикрою и всех не пугать. А раньше так и было. Большое бревно, и долотом выковыривали там без досок, а именно как ладья. Называлась домовина. Домовина и все. Я уже вчера деньги оплатил за гроб. Сказал только его не строгать ничего. Такие гвозди там не тратить. У меня ржавые есть какие-нибудь, сколотить только. Сколько стоит? Ну, он меня запросил, ладно, уж пенсионер, 1000. Ну, я дал 3. Дал, я говорю, нет, я себе дороже оценил. И где мы с батюшкой решили, кто первый умрет, тот около мамы будет. И там я замерил все вчера, сделал флажки, 6 флажков красных, и оконтурил, где будет моя могила. Хотел маленько верхний слой снять, да не надо, буду спотыкаться. И, ну а там буря была, деревья, такие вот сучки. Ну я их топориком перерубил и выволок туда дальше. А это показал, вчера мы ехали на Каренде были, и я там уже лег, на могиле это посмотрел, я же расправлюсь, горбатого могила исправить-то, ну и подальше маленько. Не 1,72 м, а там, допустим, 2 с чем-то, и ширина. Ну и все тут такие отзывы пошли тут, выдели, посчитайте. Загадка номер один. И умирать не надо, хоть бы до 100 лет дожили. Мне просто это интересно. Вот так. И поэтому, жерди, Игнатий Игнатьевич, жерди это вы для чего делаете? Для того, вот, чтобы закрыть, сделать? Нет, когда придет ответ. А его, наверное, сегодня выставят. Или выставили уже? Уже сегодня выставили уже. Ну, вот, нет, не ответ, сегодня загадку выставили, где вы делаете жерди. Не жерди, а колышки длинные, колышки. Потихоньку скажу на ухо одному. По секрету всему свету, это рыбу ловить, сеть ставить на глубину и втыкать в землю. А у нас его сваливало, когда натягивали, для рыбы. Рыбу, потому что у меня и были, они такие кривые. А тут я из разных соединил, и сетей-то уже много. Дело в том, что мы нынче да, в этот Семаковский-то пруд-то. С нуля, считай, начали, там полметра было, а нынче почти 2 метра, а теперь будет чуть не 2,30. И мы запустили, примерно, я так посчитал, 1300 карасей-то, и ни одного всплеска нету. И я подумал, даже допускал мысль, что они погибли, пока перевезли, они многие на поверхности были, там чайки налетели, коршун все время что-то хватал.
Ну и сетку купили, тройка называется, ячейка 3 сантиметра. Я никогда этого не видал. Я говорю, давай, Володя, проверим, есть ли там рыба. Хоть одна-то попадется, значит, есть. Пришли когда? Поставили одну. И вторую рядом растянули. Это наш пруд, наша рыба. Тут никаких претензий-то ни от кого нету. Там же ничего не было. Не было 73 года там никого. Это не два дня. Это же вообще. Да больше даже. Я прочитал, кажется, 100 или около этого. Какие люди там жили. И что? Когда вторую сеть поставили, завернули назад. Я говорю, давай глянем первое, так как. Ну, прошло там полчаса. Может, хоть одна попалась. Как кто нанизал? Она лет, а сказать, 1,50 м длина сеть-то. 100 штук. 100. Они одни за одним висят. И мы перебрали. Когда я говорю, давай до утра оставим-то. Посмотрим, может, ночью-то лучше идут. Ну, на поперек, где мы делали-то. А утром пришли 150. Это представь себе, да большие такие, жирные, прямо до того, вот я сегодня их ел, это вообще я бы дал вам сегодня, но тут не пошлешь где-то. Это надо сеткой одной. А если это у нас все получится, ну, тут у меня, помолитесь, который приезжал тракторист, я показывал его, и он приехал, я оплатил дорогу туда-сюда, а он не стал работать. Не стал работать по причинам, три причины были. Главная причина, он говорит, я давлю сюда, а оно раздавливает это, и у вас все порушится. Он заботливый. Второе, то, что узкий, он не помещается нигде, а дальше туда он упадет. А мне надо поднять выше, потому что мы подняли на прежнего уровня 70 сантиметров. А учитывая, что 4 сантиметра до скадок на 74, если вода пойдет, и выше этой, которая у нас короб, а он на 60 сантиметров, то прорвет все тогда опять. На обед меня Володя зовет. Сейчас я пойду. Он выскочил, Володя Пащенко, на обед. Вот как. И поэтому болеть некогда. Плачьте с плачущими, радуйтесь с радующимися. Меня Бог наградил этим. В моей жизни не было ни дня лукавой веры. Я как понимаю, так и иду. Мне многое Бог открывал, вот как по еврейскому вопросу. Я нигде еще ничего не читал, а пишу с чистого листа. Ну, представь, 3467 стихотворений по 9 куплетов. И каждый эпиграф, точно по месту из Библии, нашелся бы человек, который бы начал расшифровкой заниматься. Я иногда считаю, со второй попытки только начинаю понимать, о чем там говорится. Это Господь делает. И так и здоровье. Здоровье Бог дал. Я никогда им не злоупотреблял, на женщин не тратил ни одной минуты. И поэтому Бог знает, я употреблял его на служение ближним, на молитву. Ну и вот и все. Болеть надо уметь, не стонать, не ложиться. Сегодня опубликовали, в Израиле вакцинируют, оказывается, невакцинированные болеют этим в 13 раз меньше, в 13 раз. А почему? Иммунитет свой. А это когда ставят, то через там триллионы, говорит, не миллиарды только, микробов, которые начинают разрушать. Я не знаю, так или не так. Ну, я не болею. Я сказал так, когда батюшка тут заболел, так ты говоришь, ты заболеешь кто-нибудь. Я не сказал, не буду болеть, я не болею вообще. Чем? Вот пенсионеры спрашиваются, какая пенсия? Какая большая пенсия? Пенсия бомжа. Ну, еще дальше. Мне не давали работать, но зато я 3 дня свободный был в неведомственной охране. И я зарабатывал-то сколько? Ни одна пенсия мне это не даст. Я за один день зарабатывал больше, чем за месяц была пенсия. За один день 2 печи выкладывал. На работе я был всегда неукротимый. Первое место в тресте держал. Выработки тогда были это суровые. А у меня 280-300%. Это закалка. Закалка. Я по-другому никогда не жил. И я в этом ничего особенного не вижу. У меня в доме вот только было это. Глаза капать. Но это повреждение я чиркнул, и вирус попал туда. Инфекция попала. Ну, ногтем новым. Ты, я говорю, жена виновата. Она хотела убрать тут эту глаз, а я не дал и сам. Так в дороге там закапывали, чтобы пленку снять. Она наплывает, и грязь, пыль. Я вот 7 лет уже, и все вижу. Даже мелкий шрифт читаю. Так это меня Лена еще тут, Александровна Гладыщук, везде по больнице, везде. Без лекарства.
просто осмотреть, что надо делать. И меня сильно обрадовал в одном месте один. Женщины проверяли там, ну, всякое. А один мужчина такой посмотрел, там глаз прищурить. У вас зрение, как у орла. Ух, какая у меня польстила. Я вышел, лень, и говорю, да которые там сидят клиенты. Я говорю, какой врач удивительный. Рекламу ему стал давать даже. Вот вчера что я додумался? Тут у нас Андреашин лог, в Корчино если идти. Ну там столбы куда идут, откуда. Я босиком. Уже 5 или 8 минут было, 5 или 8 минут 4-го. А в 5 служба начинается, богослужение в храме. И я босиком взял велосипед, не садиться на него. И взял с собой урагана, собаку. И пошел туда быстрым шагом. Пройти туда, кажется, 3,5-4 километра. А там трава такая, там дорога намечена где, а никто не ездит уже. А потом пройти на ту сторону, пруд, и теперь идти к железной дороге там сколько. Ну, в общем-то, сложности там, может быть, к 10 больше километров. Босиком. Босиком. Не опоздал, успел до 5, за 2 минуты. Так бы раньше приехал, как бы не собака. Он не может бежать, ему же 9 лет. А тут уже я сел на велосипеде обратно по другой дороге, там дорога более-менее. И сегодня встал, ногам легче стало. Босиком. И поэтому я и в городе не босиком, а обувший каждый день выходил на прогулку. А дома тогда вот я везде сейчас сижу босиком. Когда вот бывает где-то овечки пройдут на грязи, а потом засохнет там как шиле. А дома у меня такие коврики были с пупырышками. И я на них топчусь. И там, говорит, акупунктурное лечение через, куда она давит, там у большого пальца, где это на легкие, это на глаза, это все, это две подошвы-то. Я проверить это не могу, я знаю. Ходи, и Господь даст тебе. Поэтому, говорю, учитесь болеть. А я по-другому, учитесь не болеть. Не болеть, это легче. Как, чем отличается умный от мудрого? Умный знает, говорит, как вылезти из ямы, а мудрый знает, не попасть. Поэтому, да. Ну вот я как есть, так и есть. Вы знаете мою жизнь, сколько можно. И вот о болельщиках могу сказать, никакого значения не придавать. Да ты заболел, Надежда Васильевна скажет, вот вчера что-то чихал, еще не знаю. Самое лекарство хорошее, если простыл, картошка нечищенная, сваренная, потом с нее воду слить и сверху закрывается поплотнее. Надышался там минут 15, все. А теперь я опять сел, прикрылся и опять на работу. Не болеть. Как говорил такой русский антихрист, этот Порфирий Иванов-то, Корнеевич. Болезнь, главное в себя не пущать. Вот я и не пущаю ее. А гланды у меня никогда не болят, потому что у меня вот борода, она закрывает. Мне легко. Ну, спаси Христос, Игнат Тихонович. Лучше хотел, я еще доложить по поводу сайта. Сейчас дела, прям работа идет большая там. Уже к нам помогают много. По канонам. Смотрите, я сейчас покажу вам. Нигде нету такого. Просто нигде. Сейчас. Уже почти доделали. Скорость такая вообще. Мы много чего сможем сделать. Сейчас мы, команда образовалась. Смотрите. О, допустим, на сайте. Да. Сейчас сделаю. Каноны, смотрите. Апостольские правила. Все семь вселенских соборов. Правила поместных соборов. Правила святых отцов. Все. Смотрите, допустим, правила святых апостолов. Нажимаешь. Раз. Все правила. Допустим, первое. Все, вылезло. Смотрите. Епископы другу полагают 2 или 3 епископа. Дальше. Параллельные места, которые тоже упоминают это правило. Дальше, смотрите, толкование. Преподобный Никодим Святоголец толкует. Дальше. Священноисповедник Никодим Милош толкует. Дальше. Иоанн Занара толкует. Дальше. Алексий Аристин. Дальше. Феодор Вальсамон. Славянская кормчая. И на каждое правило всех толкований, которые вообще существуют. И все правила, всех канонов, всех соборов. Это на нашем сайте теперь есть такое. Ну и будет открыто для всех. А советы какие-то можно давать?
Конечно, обязательно можно и нужно. Так вот, сюда бы включили Стоглавый собор, который беззаконно при Никоне отвергли, а на нем святые русские были канонизированы. Стоглавый. Стоглав. Обязательно включим. Ну вот имей в виду, и правила включить называется, я могу их где-то, есть они, Иосифской тогда книги правил были они, правила апостола Петра и правила апостола Петра и Павла вместе, но они небольшие, я их, ими всегда пользовался. А я еще нашел, знаете, правила такие, вот у Никодима Святогорца, Иоанна Постника правила, Иоанн Постник правила, и оно тоже, а там такие моменты, там он говорит так. Человек, ну, допустим, заблудил, ему там 7 лет дали, да, там, или сколько, за блуд. Да. Если он на себя берет обет, допустим, не есть мясо, то тогда на один год смягчается, меньше становится. Потом... Нет, это не соборное, не соборное правило будет. Я это думаю, не соборное, не да, не соборное. Я думаю, не надо, тут спорное начнется, все начнут мудрить да. над этим. Тут надо твердо держать апостольских правил и каноны, которые вы уже выставили. А это только вот, толкование, которое дается. На это опираться нельзя, но мы должны знать как. Нет, да, там толкование хорошее, вот которое я сейчас... Там вот эти-то, это официальные. Ну вот, Стоглавый собор мы тоже добавим. И у меня да. такая... У меня так и я вчера в храме стоял на молитве. У меня такая возникла мысль. Вот Игоря Владимировича позвать, вас тоже и всех. Ну, я, может, начну тоже. Начать комментарий писать на каждое правило с комментарий на сегодняшний день, исполняется или не исполняется. И пройти все правила. Минутку. Я думаю, это не надо делать. Это будет сбивать людей. Я прошу учесть мое мнение. Не надо. Вы в чистом виде давайте материал. А тогда каждый будет разбирать как. А мы кто такие? Нет, тут я не пойду на это. Нет, не там, не на сайте. Я имею в виду вообще сделать комментарии, исполняется или не исполняется это правило. Да. А здесь никак. Вот это отдельно. Вот кроме того, что которых указали, общепризнанно Аристина, Вальсамона, это можно. Больше никого не надо. Включить Стоглавый, что я сказал. Иначе тут будет сильные упреки в наш адрес. А люди за это будут цепляться, и правила будут уже ни к чему. Нет, здесь-то стоп. У нас стопроцентные, все стопроцентные. Никодим Святогорец. Официальный, то есть это номоканон, он и составил, номоканон. Это стопроцентный, всеми ну, признающий. Хорошо. Дальше, Никодим Милош, стопроцентный. Да. Милош. Священный исповедник, да, дальше. Занара, ну, понятно, это дальше. Я признаю. Но все. Другого ничего не надо к этому добавлять. Нет, я другое не хотел даже. Не хотел. Я просто говорю, что я нашел, что есть такие какие-то правила у греков там какие-то, которые не входят в эти. Я говорю, я их просто нашел. Ну, если кому надо исполнять, ему будет достаточно самого правила. Оно довольно ясно все выражает. Чтобы толкованиями, занара и прочее, это еще не правило, только лишь его понимание как есть. И все как-то где-то можем подтверждено должно быть священным писанием. Вот смотрите, здесь у нас нигде нету тоже в интернете, у нас все правила на русском языке переведены. Это... Видите? Да. Все на русском. А разве нету на русском языке? Ну, я везде, где посмотрел, практически нигде нету. Поисковик с правилами, которые вот у меня Библия, и там же соборы все есть, и все на русском. Ну вот, а вот я имею в виду на сайтах, в интернете, на сайтах, там везде либо на церковно, ну, либо как бы русским шрифтом, но церковно-славянским языком, либо толкование только одного Никодима Милоша, либо только Никодима Святогорца, либо только Вальсамона Занары. То есть нету, чтобы все вместе, такого нету нигде. Вот понял. Ну все тогда, отхожу. Да. Все. Меня с Богом. С Богом.